За кого же, кто лучше тебя, ты убит? За какую идею? За жадность элит? За желание убить? За святого царя? Твоей нацией стала святая земля. Ты с единою слился, но все опоздал. Не прибавил гармонии белый оскал. Той улыбки последней не рада семья. Даже если ты враг, ей не рад даже я. Но гармония солнца и белой луны продолжают ласкать твои белые сны. Вся вселенная плачет, качая тебя в колыбели земли, сменной ночи и дня. Оживить тебя тенью стремится она. Будь хоть тенью живой, просыпайся от сна. И живи, не убей, и не будешь убит. О, когда же планета свой разум родит? Да, теперь уже близко. Разумная жизнь незаметной травинкой потянется ввысь. Что тебе не хватало, чтобы к солнцу идти? Кто тебя направлял на земные пути? Неужели сам Бог, а ты слушал его? Или в деньги играл на доске? За кого? За кого же, кто лучше тебя, ты убит? За какую идею? За жадность элит? За желание убить? За святого царя? Твоей нацией стала святая земля. Если за мир, друзья, приглашаю читать мою духовную миротворческую книгу «Храм Киев» и обязательно распространять идеи мира. Без вашей поддержки ничего не произойдет, ведь мир нужен не только мне. Я все еще верю в это. Я простой поэт, но все равно буду стараться, как смогу, как понимаю, изо всех сил. Ведь все творим мы сами, своим выбором. Выбирай действовать за мир. Храм Киев.